Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Альмин Рабинович. Сегодня мы поговорим о такой волнующей всех бухгалтеров проблеме, как налоговые аспекты и последствия новых ФСБУ. При этом мы поговорим о всех трех важнейших для организации налогах – прибыль, НДС, налог на имущество. К сожалению, не обо всех, а об основных и главных последствиях. Смотрите наши ролики на видеоконсультантах.